дети проснулись, и мы начинаем еще и тут украшать. Но у нас украшений, оказывается, мало. Мы сейчас повесили вот эту вот красную штучку, вот эту красную. У нас здесь все будет в этой комнате только красно-золотое. Надо вот этот весь хлам куда-нибудь деть. И мы сейчас с Кирюхой будем на эти окна здесь вешать снежинки. Кирилл, будем снежинки вешать сейчас вместе? Да, будем? Нам ребята наши друзья дарили вот такой вот паровозик деревянный. Он сейчас сюда так хорошо вписывается вообще. Еще бы снег сделать, да? Понятно. Мы приехали домой, сегодня ездили, покупали новогодние подарки. Кирюхе я взяла, кстати, все-таки набор там по акции в детском мире. Я не помню, мама, сколько. Да, Кирилл, будем с тобой заниматься. Вот, решила все-таки опять набором брать. Тимофея решила школу семи гномов набор от нуля не брать, потому что посмотрела я отдельно эти книжки, мне не понравились они. Также мы Кириллу взяли комбинезон, вот такой вот, он немножко ему великоват, но как-то 92-й ему комбинезон мал, а 98-й велик. Решили мы с мужем взять, который немножко великоват. И самое крутое, это то, что мне пришла посылочка по обмену, по новогоднему, смотрите, какой пакетик. И там все так упаковано, сейчас будем распаковывать и смотреть, что там. Вообще мы много всего взяли, я просто сейчас при Кирилле не могу говорить, но Кириллу мы взяли подарок на Новый год. Это не то, что я говорила, не парковку мы решили брать, а решили другое брать. Вот у меня сейчас все эти подарки тут вот спрятаны. Всем, кому собирались из детей дарить подарки, всем купили. Друзьям нашим купили подарок. Даже Сережному папе уже купили подарок. Еще половина, и все нормально будет. Сережа очень недоволен, что столько мы денег потратили. Но на самом деле мы каждый год столько тратим. Просто я все по очереди покупаю, там, раз в 2-3 дня. Вот так одним скопом никогда не получалось ничего покупать. Один раз в году это здорово. Тимофей! Ой! И Тимофей сейчас сделает первые два шага самостоятельно. Забылся и прошелся. Думаю, к Новому году он еще не начнет ходить, но после Нового года, думаю, нас сразу порадует этим. Все, мы отсняли новогоднюю распаковку посылочки. И сейчас Тимофей уронил елку все-таки. Мы его не взяли на съемки, потому что он ее ронял. Из кроватки вытащили, и вот он все-таки уронил елку. Так что мы ее теперь будем убирать. Кирилл, тебе понравились подарки-то, которые тебе прислали? Очень классная распаковка получилась, в плане реально очень классные подарки вообще, то есть нереально крутые подарки вообще. Ну все, елку мне опять заново наряжать. Ай-яй-яй, Кирилл. Все, пошла убирать елку. Девочки, меня вот во время прямого эфира кто-то спросил по поводу того, как мы чистим зубы. Ну, Кирилл сам уже чистит. Вот мы ему, кстати, сейчас новую купили щетку, потому что она у него предыдущая испортилась. Вот Серега вот такую выбрал с этим. Ну, просто какую-то первопопавшуюся. И решили маленькому тоже взять щетку, потому что вообще врачи говорят, что надо с первого зубика начинать зубы чистить. У Тимофея, по-моему, 4 и еще лезет. Думаю, ладно, попробуем. Вот такая вот какая-то маленькая щеточка. И новую пасту взяли. Кирилл уже сам зубы чистит. Я ему иногда помогаю дочищать, но в принципе он достаточно хорошо зубы чистит, потому что мы сейчас были на осмотре у стоматолога, и стоматолог сказал, что у Кирилла ни налета нету, то есть все хорошо. Фу-фу. Мы с вами плавно переместились к нам в машину. И сейчас мы едем вместе с Кириллом и с Тимофеем. Во-первых, забирать опять заказ из лабиринта. Едем опробовать новую площадку, которая у нас открылась в торговом центре. Точнее, она раньше была, я вам ее снимала, но ее там расширили. Я хочу вот сходить посмотреть, что там и как. Кирилл в новом комбинезоне сидит, потому что куртку я его вчера постирала, она еще сохнет. Мне пришло что-то на почту, не знаю, что это такое. Папа. Мелкий пакет заказной из России. Может, какой-то подарочек на Новый год? Мы приехали. Так круто, когда никого нету. Забрали еще подарки, оставшиеся для Нового года. Вроде всем купила, осталось только двум моим подругам. И все. Слушайте, ну место поприбавилось, конечно, за 200 рублей. Полчаса теперь уже хоть чувствуется, почему. 200 рублей, это все пианино, все тоже, которое везде Кирилл в него играл. Слушайте, ну прикольно.
У меня и самое крутое, что здесь никого нету вообще. Батуты! Тимофей, поползли. Я рядом с мамой, куда мне? Мне не надо никуда, я тут посижу. Самое крутое, что никого нету, не надо следить, чтобы Кирилл кого-то или его кто-то заденет. Ой, да, ползи. Где мячик-то? Тимохе на Новый год будем гардероб обновлять. Раз Кирюх у нас пойдет в садик, да? Тимох у нас будет с мамой ходить на плавание, поэтому в люди выходим. Теперь будем гардероб обновлять. Ой-ой-ой. Прыгки. И Кириллу, кстати, к садику тоже надо. Опа! Молодец. Мы едем в поезде, да? Музыка играет. Нравится? Тю-тю! Сейчас как лопнет, как Тимофей испугается, и все. Мы сидим, ждем наш заказ. Сейчас покушаем и отсюда прям поедем к урологу, потому что домой мы точно не успеем зайти. Ой, какая елка красивая, Кирилл, да? Забежала на почту, дети в машине спят, забрала посылочку. Это посылочка из Канады от моей зрительницы, представляете, блин? Она такая тяжелая еще, от Анны Емельяновой. Ой, я так рада. Просто Аня мне уже отправляла посылку эту, и наша почта России, как всегда, не уведомила меня, или она вообще не дошла этой посылкой, она и вернулась обратно. Вот сейчас во второй раз, наконец-то, я даже не хочу до дома ждать, я сейчас открою, потому что все равно мы дома не скоро будем, а меня прям распирает что-то. Посмотри. А сейчас на почте просто перепутали в уведомлении, почему-то написали, что это посылка из России. Потом мне сказали, что там какой-то штрих-код не читался, поэтому они присвоили российский. Ой. Блин, у меня прям Новый год. Новый год, Новый год, Новый год. Thank you. Смотрите. Thank you написано. Класс. Ой, какие добрые слова. Ой, я не могу, когда мне такое пишут. Правда, девочки, вы меня прям все время это... Ладно, не буду я на камеру читать, но очень такие добрые слова, и дома приду, спокойно прочитаю. Смотрите, со звездами что-то, с моими любимыми, боже. Ой, как, что-то тут так всего много. Вау, смотрите, носки Пума. Нифига тут сколько. Слушайте, я как раз в 2,5 года хочу его попробовать отдать на футбол. Вон, носки уже есть. Спасибо огромное, Аня, вообще. Смотрите, какой с космосом. И самое главное, смотрите. О, мои любимые звезды. Класс вообще. Блин, Кирюхе бы скорее бы померить. Круто, слушайте, какие офигенные подарки. У меня просто... Так это еще не все. Тут еще... Смотрите, что что-то именно из Канады. Тут написано Канада там. Так. Ну, как все упаковано, чтобы ничего не пролилось. Ой, смотрите, какая прелесть. Что это такое? Кленовый сироп это. Классно. Слушайте, я никогда не пробовала кленовый сироп. Смотрите, какой. Смотрите, какой он милый. Надо будет попробовать панкейки, или как они называются, сделать с этим сиропом. Смотрите, какая штучка из Канады. Блин, вот, кстати, девчонки, я обожаю, когда мне присылают символику оттуда, откуда мне присылают подарок. Например, из города, из какого-нибудь в России. Ну, там, знаете, есть местный какой-нибудь герб или там магнитик. Вот это я очень люблю, потому что такое ощущение, как будто я там тоже уже везде побывала. Вот у меня теперь есть из Канады. Класс вообще. Я обязательно когда-нибудь... Слетаю в Канаду. Я вообще обязательно когда-нибудь весь мир посмотрю. И вот такая вот сумочка, косметичка, кстати, очень удобная в плане размера. И мне удобно будет с собой свои мелкие сумки брать, потому что у меня в основном, ну, вот эти мои маленькие сумочки. Ой, а тут еще, посмотрите, тут много всего. Масло для волос. Мне кажется, у нас брызгалка такое, смотрите. Попробуем сегодня.
Слушайте, какие офигенные подарки. Ой, какая прелесть, боже. Тут, посмотрите, я сейчас сначала вот эти малышки покажу. Citrus Orange Lip Balsam. Смотрите, какой маленький. Вот один, второй. И зелененький, с лимоном, наверное. А, это с киви. Посмотрите, господи, какая прелесть. Я такого не видела. Для моих микросумочек. Это тени, да. Смотрите, как... Слушайте, как все мини-компактно. Вообще класс. Специально для моих маленьких сумочек. Классный. И цвет прикольный. И, может, на Новый год, кстати, вот такой сделаю. Urban Decay Glide on YN. О, карандаш для глаз. О, спасибо огромное. Я всегда пользуюсь карандашами для глаз, а не подводками. Смотрите, черный какой. Надо будет попробовать. А то я от Urban Decay ни разу ничего не пробовала. У меня, я бы, конечно, хотела купить себе эту палетку. Знаменитая палетка. Но пока у меня на нее денег нету. Но вот теперь карандаш попробую. 24 на 7. Это от Benefit. Тушь, что ли, такая маленькая? Не поверю в это. Да, блин, посмотрите, какая малышка. Смотрите, какая кисточка. Но это круто. Вечная проблема с собой взять в дорогу косметичку, потому что она много места занимает, а просто теперь в такой сумочке и с таким мини-набором. Посмотрите, какой прикольный цвет внутри. Огромное спасибо, я вообще в шоке. Ты сказал, там маленькая посылочка. Я думала, ну там, я не знаю, может, открыточку ты пришлешь. Сегодня же Кириллу все померяю. Спасибо, девчонки, за то, что смотрите. Потом меня спрашивают, почему ты хотела стать блогером. Дочитаю. Открыточку и поедем к урологу. Вот, спасибо огромное, Аня. Привет тебе из Москвы. И самое главное, я желаю всей твоей семье и тебе в первую очередь здоровья и счастья. Большое спасибо, что смотришь, и за подарки, конечно, отдельное спасибо. Это просто... Ты мой канадский Дед Мороз прям. Все, мы пришли. Ждем нашей вот очереди. Да, я Кирилл сказала, что ему там посмотрят, да? Ага, пипи и все, мы всех с тобой врачей прошли. Да, остался вот один вот этот врач, и все. Мы дома, хотела вам показать, вот зачем я купила эти контейнеры. Здесь как раз новые фломастеры, карандаши. И вот все, что было у нас в таком стаканчике тут стояло, тоже сюда положила. Мне кажется, очень симпатично выглядит. Ну, по крайней мере, аккуратно. Я вот все хожу с этой сумочкой, не могу ее из рук выпустить. И хочу показать, это вот мой маленький стенд, посвященный YouTube. Здесь я все открытки, которые мне присылали, все, что связано с YouTube, знакомствами на YouTube и так далее. Вот, видите, тоже с обмена подарками и так далее. Короче, здесь все, что связано с YouTube. И вот я повесила эту открыточку и на этот магнитик из Канады. Надеюсь, что он не упадет, не разобьется, потому что у меня очень многие магниты почему-то отсюда отпадали и разбивались. Это, кстати, Ксюшина письмо тоже с этого обмена подарками. Я думаю, вы уже этот ролик посмотрели на канале. Так как у нас все обои, видите, уже ободраны, все такое, муж Кириллу разрешил рисовать на этой стене. Мы вчера все вместе сидели, и тут вот это Серега нарисовал человечка, это он себя нарисовал, он сказал. Похоже, конечно. Кирилл раскрасил его вот так вот. Я там сердечко нарисовала, вон Серега учил Кирилла в крестики-нолики играть. Короче, у нас это просто стена супертворчества. Понятное дело, мы обои будем менять, поэтому Серега ему позволяет только вот на этих обоях рисовать.